Явно здесь что-то происходило. Правда ли все эти легенды? Чего так боятся местные? Что они не могут отсюда выбраться? Это вот по легенде прям как сказано. Как. Ты слышал что-нибудь, нет? А вот мне показалось, что был какой-то звук. Не, мне кажется, это все ерунда, блин. Это все пугает больше людей. Дождемся ночь. И покажем вам, что на самом деле здесь будет происходить. Здесь, говорят, по слухам, произошло очень много самоубийств. И вот мы хотим сегодня с вами вместе разобраться в этом и показать вам все, что скрыто от глаз. Значит, была замечена паранормальная активность, и мы здесь, чтобы выяснить, правда это или нет. Сейчас ждем заката солнца и приступаем к съемкам. Ну вот, наступила ночь. У меня батарейка села. Сука. Как раз этого и боялся. Ну, конечно. Он становится бесполезным и тяжелым. Да? Какой есть свет, такой есть свет. Я не буду шпариться. Разбираться надо. Да? Подожди. Так. Дождались сумрака и приступаем к поиску. Слышал? Мне показалось, блин, что-то слышал. Но... Нет, пока ничего не слышу. Пиздец. Смотри, какой-то хлеб. Девушка была. Эй, здесь кто-то есть? Эй!
вот это что-то оно туда, за угол зашло. Пришли. Что это было-то вообще? Что я не знаю, что это было, короче. Пойдем дальше. Мне кажется, что это. Может, просто это наше больное воображение, мне кажется, скорее всего. Показалось, наверное. А? Показалось. Да, да, да. Ну, походу, где-то типичная, обыкновенная хрень. Что, мне кажется. Я так-то, блядь, не верю в призрака. Это какая же херня, блин? Нет. Ну, мне кажется, это... Тут самое главное, короче, знаете, то, что атмосферность тут, да, короче. Есть такая атмосфера, блин, как будто, блин... Пойдем наверх. Что-то явно происходит. Ебаный в рот. Это что, кровь что ли, а? Еще батарейка села. Ты смотри, плита скоро рухнет. Что это за жизнь, блядь? Ты слышал? Туда не пойду, нахуй. Ебать. Пойдем отсюда. А? Пойдем отсюда скорее, нахуй. Я вообще ебанусь тут какой-то. Нахуй зря мы сюда пошли, блядь. Тихо. Сюда. Там кто-то есть.
аккуратно, яма. Надеюсь, аккумулятор не сядет, и у нас будет свет. Это жесть, ребята. Вот такая вот надпись. Сейчас заново запись включу. От холода, наверное. Иди вперед. Иди вперед. Смотри, куртка чья-то. Показалось, или оттуда какой-то звук доносился. Слышал, да, голос? Охуеть, блядь. Упал камень оттуда. Чё за нахуй, короче, пойдём отсюда. Подожди, слышишь? Пробуем отсюда нахуй. Бежим отсюда. Ребята, у меня нет слов. В общем, вы сами все видели, я не буду ничего говорить лишнего. Если вы любитель настоящего всего страшного, аномального, обязательно подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить ни единого нашего выпуска. Дальше будет только страшнее. Тебе есть что сказать? Вот так вот, ребята. Всем покедово.